Наш канал отреставрировал пленку с одной из первых записей, сделанных на Дубасарской ГЭС. Этим кадром 66 лет. Съемки вели операторы студии «Молдова-фильм». Сперва на их основе планировали сделать большой фильм о Дубасарах, но потом их включили в киножурнал. В июне 55 года заработали турбины станции. Через год сюда приехала съемочная группа. Судя по этим кадрам, ГЭС тогда выглядела так же, как и сейчас. Плотина высотой в 13-этажный дом. Под рекой построен тоннель. В народе его называют метро. В кадре – Дубасарское море. Водоем получил такое название еще тогда, в 50-е. Сегодня на ГЭС приехали работники Интер-ФМ. Экскурсия – это один из подарков для них к юбилею радиостанции. Диджеи часто завидуют ТВ-корреспондентам, потому что те не сидят в маленьких студиях, а колесят по республике. И вот, наконец, работники радио вырвались на волю. Они гуляли, снимали видео, фотографировались. Многие на гидроэлектростанции были впервые.